Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Алексей Крыловецкий, вы на канале компании «Купи салон», крупнейшего автомобильного ателье в России, и я хочу сегодня рассказать вам об очень простой машине, об очень простом дизайне, который мы регулярно воплощаем. Дело в том, что у Volkswagen, у Skoda есть, ну, мы называем этот дизайн лодочкой, хотя больше похоже это на какую-нибудь палочку. Это перевернутая, тонущая лодочка, вот эти вот повторяющиеся линии в центральной части сидений, это то, что отличает многие современные модели ваговской группы. Так вот, владелец этой Skoda Octavia пожелал, чтобы мы перешили из простой эко-кожи в простом дизайне его салон. И мы применили здесь эко-кожу черного цвета, но разнообразили ее светлой ниткой. Весь заказ мы выполнили буквально за один рабочий день. Естественно, он выглядит так же качественно, как и любой другой заказ, которому приложено больше времени, а иногда даже и меньше. Мы иногда выполняем перетяжку салона буквально за 4 часа. Вот буквально недавно мы перешивали автомобиль Toyota RAV4, это у нас заняло всего 4 часа, вот здесь вот будет ссылочка на эту работу, обязательно посмотрите. Ну, а я думаю, что все и так понятно, все и так ясно, два ряда сидений, центральный подлокотник, если надо и дверные вставки, мы готовы выполнить буквально при вас. Приезжайте, заранее согласовывайте материалы, сочетание цветов, перфорация, а также цвет нитки, все это не влияет на стоимость перетяжки салона в нашем случае, так что мы сможем предложить вам интересный, уникальный дизайн, каким бы автомобилем вы ни обладали. Ну, а если вы так же, как и этот автовладелец, пользуетесь автомобилем Octavia, но у вас тканевый салон, обязательно напишите в комментарии, почему вы все еще пользуетесь тканью, почему она вам нравится больше, а мы постараемся предложить вам вариант перетяжки, возможно, с использованием алькантары, если все-таки вы испытываете какие-то неудобства, связанные с практичностью. Если же нет, ну, просто поставьте дизлайк нашему видеоролику, обязательно откомментируйте, ну и, конечно, подпишитесь на наш канал. Мы будем рады, если вы будете следить за нами и в ежедневном режиме просматривать новые видеоролики, мы стараемся для вас. Ну, а для постоянного мониторинга за нашей работой можно обратиться к аккаунтам в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook и Drive2.ru. Там мы выкладываем истории, а ссылки на эти аккаунты есть в описании к этому видеоролику. Со всеми прощаюсь, желаю удачи, пока!